Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Vivo V21 заблокировать контакт. Заходим в контакты, выбираем контакт, который хотим заблокировать. Нажимаем дополнительно и заблокировать номера. Можем сообщить о спаме, можем этого не делать, нажимаем заблокировать. Появляется такой значок стоп и надпись заблокирован. Чтобы разблокировать контакт, нажимаем разблокировать номера и разблокировать. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!